Кан Урганджалу и Аслы Энвер появятся в новом фильме Тимура Савджи, который готовится для цифровой платформы Netflix. Что нам известно о проекте прямо сейчас? Долгое время поклонники Каана Урганджалу ожидали увидеть любимого актера на телевизионных экранах. Сначала его имя упоминалось в касте сериала «Неверный». Затем он дал принципиальное согласие на участие в сериале «Конкуренция», но проект отложили. Похоже, актер сделал принципиальный выбор, он предпочитает работать на цифровых платформах. Последний раз он появлялся в сериале «Любовь 101», который вышел на цифровой платформе Netflix. По слухам, уже в июне нас ожидает второй сезон популярного молодежного проекта. На этом сотрудничество Каана и Netflix не закончилось. Как стало известно, он стал партнером Аслы Энвер в новом фильме компании TAF Pictures «Ты продолжаешь жить» Сен Яшамая Бак. Режиссер Кетче, сценарий Хакана Банамо. Съемки начнутся в самое ближайшее время. Компания TAF Pictures и режиссер Кетче долгое время готовили фильм о жизни известной певицы Берген Серинай Сарыкая в главной роли, однако отказались от этой идеи. В последнее время Netflix значительно увеличил свое присутствие в Турции. Платформа заказала десятки новых фильмов и сериалов. В конце этого года и начале следующего нас ожидает множество премьер новых проектов. Однако теперь мало выпустить фильм на Netflix. Важно, чтобы фильм имел большой бюджет. Компания Тимура Савджи TAF Pictures является одной из ведущих на кинорынке Турции. Учитывая значимость компании, возможно, Netflix выделил достаточно большой бюджет на этот проект. Все подробности новой работы мы узнаем в самое ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.